В рамках празднования Дня местного самоуправления специалисты Госкомимущества, Росреестра, кадастровой палаты и представители администрации городов и районов обсудили эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Эффективное управление муниципальным и государственным имуществом, арендная плата за пользование земельными участками – один из главных ресурсов и важнейший источник пополнения местных бюджетов. По официальным данным, на 1 апреля 2016 года бюджеты муниципалитетов увеличились на 287,5 миллионов рублей, в основном за счет передачи земельных участков в аренду. В ходе встречи обсудили и вопросы введения в оборот земель сельхозназначения и их перевода в иные категории.